Вся надежда этой россиянки на власти родной страны. Уроженка Петербурга, уже много лет живущая в Финляндии, Светлана Роц, просит власти помочь вернуть ее дочерей. Двоих детей у нее год назад забрали финские органы опеки. Причина – слова девочек о том, что мама может отвезти их в Россию. Плюс саму Светлану социальные службы подозревали в алкогольной и наркотической зависимости. Девочек одной 5, другой 13 лет отправили в приют, а потом и в замещающую семью. Сейчас, по словам Роц, ее старшая дочь снова в приюте, а младшая в другой замещающей семье. Вернуть детей самостоятельно у Светланы не получается, поэтому и обратилась в российское посольство. Крик о помощи уже услышал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Мы выставим пикет протеста у финского посольства. То есть причина одна. Финны мстят за ту вот войну в ноябре 1939 года. Это как бы вот маленький народ, 5 миллионов. Это все, что в Финляндии происходило всегда, это вот месть за ту советско-финскую войну.